Сегодня ночью на улице Станционной произошел пожар. Горели гаражи, расположенные вдоль железнодорожных путей. Данная территория по планам муниципальных властей будет расчищена и благоустроена. Пока на месте остаются единичные постройки. В одной из таких и произошло ЧП. С выходом на место было установлено, что произошло возгорание в бесхозном строении. Строение металлическое, размерами 5 на 4. Внутри обгорел мусор на площади 15 квадратных метров. Также деревянные элементы внутри данного строения. Причина пожара уже установлена. Это был поджог. По словам местных жителей, брошенные постройки облюбовали лица без постоянного места жительства. Возгорание локализовано, пострадавших нет.